Это мой личный промокод Йокин40, который дает 30% депозиту. То бишь вы кидаете 100 рублей, сверху получаете еще 30. Если же вы побогаче, можете закинуть 10 тысяч рублей и на свой баланс получить сверху еще 3 тысячи рублей. Пополнять вы можете как с Visa MasterCard, Сбербанк, Юмани, SkinPay. Также скинами можно пополнять на сайте MyCSGO и присутствует пополнение криптовалюты Tether, Tron, Ether, либо же пополнять через биткоин. Ну а мы переходим к открытию кейсов. Ну что ж, прямо сейчас мы находимся на сайте MyCSGO. Меня зовут Йокин, всем привет. Как обычно, у себя на экране вы видите замечательный сайт, где мы снова и снова и еще раз снова открываем кейсы на замечательном сайте MyCSGO. Многие из вас знают, что я постоянно открываю кейсы именно на этом сайте. Насыщаюсь очень приятными скинчиками и, понятное дело, забираю себе лютый и халявный дроп. Почему халявный? Потому что даже с маленьких сумм выдает очень большие скинчики, если можно так сказать. Сегодня в планах у меня подкрывается нечто очень интересное. В прошлый раз мы с вами пытались открывать олдовые кейсы. Это были кейсы eSports коллекции, это Winter, Summer, это был 2013-2014 года. Но сегодня у меня в планах открыть кое-какой очень интересный кейсик. Прямо сейчас я его покажу вам на экране. Данный кейсик стоит 5510 рублей, это CSGO Weapon Case. На самом-то деле кейс дорогой, да, я не спорю, но и скинчики в нем тоже не дешевые. Самый дорогой скин, который имеет на данный момент тут, это африканская сетка нож-бабочка за 55 тысяч рублей. Хотя нет, это удар молнии за 58 тысяч. Прошу прощения, немножечко не увидел, но на самом-то деле по цене они особо и не отличаются. Хочу протестить сегодня снова этот кейс и попробовать выбить отсюда хорошенький дроп, потому что в прошлые разы у нас с вами этого не получалось. Предлагаю открыть 10 раз, 55 тысяч рублей мы на это тратим. Let's go! Да, конечно, успехом это не увенчалось. Выпало нам на 40 тысяч рублей. Конечно, это намного меньше, чем мы открывали его за 55. Но знаете, что хочу я с этим сделать? Предлагаю запихнуть данные скинчики в контракт. Вот, например, 3 скина, которые у нас сейчас лежат на 15 тысяч рублей. Сделать из них контракт. Let's go. Создаем. Ну и выпадает гамма-волны Glock 18 за 4746 рублей. Ладно, let's go еще раз. На 5000. Не, даже не на 5, можно даже больше сделать. Вот, на 8900. Может выпасть на 35. Да, неплохо. Окей, let's go, сделаем еще дороже. 27609. Let's go, контрактик. Ну, кстати, хоть мы и не окупились, но за ножички тоже спасибо. 15 тысяч мы с этого поимели. В итоге вместо 40 у нас остается 15, и как-то не очень у нас это все получается. Ладно, let's go, откроем еще раз этот кейсик, 16 тысяч мы на это тратим. По сути, у нас остались ножички в инвентаре, и если нам что-то отсюда хорошее дропнется, да, дропнулось, ребят, дропнулось. 10 тысяч рублей у нас, да, когда мы открывали за 16. Let's go, 22 тысячи тратим, у нас 4 раза открывается, и понимаю, что сейчас нам ничего не упадет. Как обычно. Хотя стоп, 24 тысячи, а мы в окупе на 2 тысячи. Неплохо. Окей, тоже неплохо. Спасибо большое, что это хотя бы не full слив и не выпало нам на 5 тысяч каких-то. Но прямо сейчас, как я понял, это full слив. 18. А нет, слушайте, он начал постепенно окупать. 1000 плюс 2000 рублей с каждого открытия уже тоже, ну как бы, приятненько, приятненько. Гипнотический, черепа и темная вода. По-моему, это окуп. Да, 18 тысяч имеется. Let's go next. Почему бы и нет? Открываем, пока он нас реально очень сильно не сольет. Черепа, татуировка, вот теперь он нас сольет. Дамы и господа, 12 тысяч. Вот все, что я получил с прошлых открытий, он у меня только что забрал. Спасибо большое. На, и прямо сейчас он тоже у меня собрал. 12800. Let's go, быстро. Оп, гипнотически, темная вода. Это окуп. Еще раз быстро. Черепа, татуировка, темная вода. 17913. Хорошо, let's go, еще раз его откроем. Пробуем до талого. Хочу отсюда вон нож. Поверхностная закалка не падает, темная вода. Это не окуп, 100%. 16 тысяч. А, слушайте, ну, 200 рублей не окупа. Не так уж и страшно. Спасибо хоть за это, кстати. Но, ну не так.
случилось? Блять, ну-ка, анлак. Какой-то анлак произошел только что. Ладно, let's go, еще раз открываем. Ножичек можно мне получить с этого? Удар молнии, вот, вот что нам надо. Удар молнии мне очень сильно окупит. Прям нереально очень-очень сильно. Но 5600, все. Как я и говорил, мы 100% с вами ливаем. Я продаю то, что у нас есть, и то, что я только что сказал. Хочу удар молнии. Мы заходим в улы на ВП удар молнии и пытаемся отсюда его дропнуть. Если он дропается, мы снова идем на тот кейс за 5000 рублей. Но, хорошо, ребят, хорошо, удар молнии, удар молнии, 58 тысяч, спасибо. Я очень сильно благодарю. Идем снова на этот кейс за 5000 рублей. Открываем 4 раза, наслаждаемся приятным открытием, времяпровождением на сайте MyCSGO и лутаем приятные скинчики. Но почему-то данный кейсик не хочет раскрепощаться. 5 на 2000 минус, ну хотя бы не на 4, как это было уже ранее. Африканская сетка, нож, может выпасть, но она не падает. Сколько я должен потратить в этом кейсе, чтобы мне дропнулся хороший дроп? Хотя бы нож. Я еще не дропал отсюда, наплакал. Просто выплакал. Выплакал. Я предлагаю нож оставить 100% вместе с ударом молнии. Хоть что-то, но 100% мы залутаем. А, знаете, есть еще операция Браво кейс. Предлагаю тоже его открыть. 11 тысяч рублей мы тратим. Уф, тут есть нож бабочка градиент за 300 тысяч рублей. Также АК-47 огненный змей. Очень красиво и вкусно это все звучало, но выпало нам... Но на 5000 рублей, да-да-да. Спасибо большое, конечно, за такой прекраснейший дроп. Что еще могу сказать? Снова нам падает очередная хуйня. Окей, 2 кейса за 4000. Графит, хорошо. Я опять наплакал? Ну, мне нравится. Мне нравится, окей. Эмочка за 1900 рублей. Let's go. Пробуем ее прямо сейчас выбить. Если не получится, unlock. Что-то можно даже допродать и ебать. Значит, я когда плачу и выпадает хороший дроп, это, конечно, классно. Но в прошлые разы нам ничего не падало. А тут у нас дропа на 113 685 рублей. Очень даже хорошо. Let's go. Элит Азимов Майнинг. 950 рублей стоит открытие, и калашик за 3000 имеется плюсом, и P90 за 800 рублей. Предлагаю Азимов Майнинг обычный открыть, почему бы и нет? А вдруг прямо сейчас с него дропнется АВП Азимов? Вот прикиньте, мы с вами открываем Азимов Майнинг, который стоит намного дешевле, и мы сейчас дропаем отсюда какой-то АВП либо эмочку. Можно попробовать наплакать, как я обычно это умею. То есть мы можем выплакать нереально классный дроп, чтобы MyCSGO мне его прямо сейчас выдал в ручки, потому что обычно он мне ничего не насыпает, ладно, я пошутил, ты мне насыпаешь, ты прям прекраснейший сайт, который все всегда выдает, прям всегда, не бывает таких моментов, что он мне ничего не насыпает, сука. Сейчас как-то даже обидно, какой-то анлак происходит, ничего он не дает. Где мой АВП Азимов? Не, ну, кстати, анлак какой-то, серьезно, прям фул анлак, и он даже не хочет мне снова возвращать баланс. Ну какой же ты кейс? На 116 тысяч рублей у нас только что получилось, и можно даже что-то допродать. Вот, АК-47 Азимов имеется. Можно его прямо сейчас продать и пойти фейд майнинг открыть. Даже можно быстро. Попробовать отсюда подропнуть ножичек. А вдруг получится? Вот сколько сейчас? 300 тысяч нож бабочка градиент. Прикиньте, падает нам нож бабочка. Все, все в шоколаде. Можно спокойно уезжать на Бали, на острова. Там... 4 бабочки градиент. 4 бабочки градиент, которые могли за раз выпасть. Это больше 700 тысяч рублей. Какой анлак. Да, как-то даже обидно. Нож бабочка нам не падает, дамы и господа. Да, я был бы даже рад, если бы АВП градиент выпало, честно. Я бы даже ничего не сказал. Вот АВАПа градиент 116 тысяч рублей. Ну, было бы неплохо. Я был бы прям счастлив. Вот. Вот мне стоит только сказать, сразу появляется он у меня на экране. Вот только мне надо сказать, он сразу мне на экране. Хорошо. Хочу вот нож бабочку градиент. 3 штучки надо, потому что обычно на экране появляется, можно даже 4. То есть, когда я начал говорить про нож бабочку, она не появилась. Какой-то странный анлак получается. 1200 мим рублей сейчас. Он нас держит в каком-то нуле определенном. Ножичек он давать нам не собирается, как я понимаю. Даже когда я открываю быстро, ему все равно. Он думает только о себе. А как же подумать обо мне? Мне нужен нож.
нож. Ну что это? Что это? Где нож? Где мой нож? Я не понимаю. Где мой АВП градиент? Мне нужен АВП градиент, который будет у меня в инвентаре. Где он? Почему я не вижу его прямо сейчас у себя на экране, что он у меня выпал? Я миллион раз этот кейс уже открыл. Даже до этого его открывал. Ноль. Просто по нулям. Зато дает какую-то хрень за 600 рублей. Не дает ножичек. А так хотелось градиент. Пожалуйста, я прошу. Отдай. Ну прямо сейчас. Мне его не нужен. Он не хочет мне отдавать. Ну вот, сколько всего пролетает. Он постепенно, знаете, постепенно нас уводит в минус 500 рублей. На этом все. У нас в инвентаре 113 тысяч рублей. Мы в лютом окупе с вами. Поэтому, как обычно, все ссылки на сам сайт, а также промокод находится в закрепленном комментарии под данным видеорекордингом.